Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Ariston BLU-1RABS-80V. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический водонагреватель Ariston BLU-1RABS-80V – мощный накопительный прибор. Позиционируется как продукт базовой ценовой категории, способный полноценно удовлетворить потребности в горячей воде семьи из 2-3 человек. Водонагреватель предназначен для монтажа в бытовых хозяйственных помещениях, в том числе в условиях повышенной влажности. Эргономичный дизайн и вертикальное крепление на стену занимают минимум пространства. Может одновременно снабжать несколько точек разбора, причем ванную, душевую и кухню. Водонагреватель имеет традиционную проверенную временем конструкцию с обычным погружным трубчатым электрическим нагревателем и простое механическое управление с удобным переключателем. Дополнен яркими индикаторами включения и нагрева. Цилиндрический наружный корпус имеет стандартные габаритные размеры и отличную стойкость к действию брызг воды, соответствует стандарту IPX3. Бак аппарата покрыт специальной термостойкой эмалью, поверхность которой содержит небольшое количество серебра, подавляющего биологическое обрастание. Прибор дополнен магниевым анодом, системой защитного отключения, ограничителем нагрева, эффективной защитой от перегрева и предохранительным обрастанием. Клапаном. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите устройство защитного отключения, предохранительные клапаны, документацию, упаковка картон. Водонагреватель мощностью 1,5 кВт с механическим управлением способен нагреть 80-литровый бак до максимальной температуры за 186 минут, а фирменная технология NanoMix, реализованная с помощью специального рассекателя подачи, упорядочивает смешивание потоков с различной температурой и увеличивает выход горячей воды. Прибор рассчитан на давление до 8 бар и может безопасно эксплуатироваться в отечественных городских водопроводных сетях. Преимущества: ЭКО – профессиональная система защиты от бактерий, увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты, Water Plus – система распределения воды в баке, автоклавный фланец, облегчающий профилактику, цилиндрическая форма бака, эмалированное покрытие Titan Shield с добавлением титана, предохранительный клапан и УЗО в комплекте, обновленный итальянский дизайн. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Мокрый тен. Провод коротковат. Скудная комплектация. В комплектацию не входят анкерные крюки. Через год потек. Но есть и позитивные отзывы. Внешний вид. Компактные размеры при таком объеме. Для невысоких помещений то, что нужно. Механическое управление более надежное, чем электроника. Просто в управлении. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!